Привет гостям и подписчикам канала «Правильный выбор». В этот раз у меня еще один обзор на электрогриль Bosch, модель TFB3323V. Для начала предлагаю подписаться на канал и активировать колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. В описании вы найдете подборку ссылок на лучшие цены на покупку этой модели. Буду рад, если поддержите канал лайками и комментариями. Благодаря особенностям контактного гриля приготовление здоровой пищи стало проще и удобнее. Например, оптимальная конструкция гриля обеспечивает стекание жира по стокам, и ваши блюда становятся полезными и малокалорийными. Съемные алюминиевые пластины для гриля с антипригарным покрытием. Пластины предусмотрены для мытья в посудомоечной машине. Контактный гриль мощностью 1800 Вт быстро нагревается и поддерживает заданную температуру приготовления для высокой скорости прожарки и великолепного результата. Готовьте по вашему вкусу, регулируйте нагрев для лучшего результата. Идеальная температура нагрева с обеих сторон обеспечивает превосходный вкус и оптимальную степень прожарки. С контактными грилями вы с легкостью приготовите стейк с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежным розовым мясом внутри, а также сочные запеченные овощи. Наслаждайтесь скоростью, простотой и высоким качеством процесса приготовления любимых блюд для здорового питания. Разнообразные варианты приготовления благодаря трем возможным позициям нагревающих поверхностей. Закрытая в качестве контактного гриля, открытая и с фиксацией на определенном расстоянии для запекания между поверхностями. Пластины лежат непосредственно на поджариваемых продуктах. Такой способ поджаривания особенно подходит для приготовления на гриле шашлыка, котлет и свиной грудинки. Не пользуйтесь остроконечными предметами, так как они могут поцарапать пластины. Замороженные продукты перед приготовлением на гриле необходимо полностью разморозить и насухо протереть. Солите мясо и рыбу только после приготовления. Я отобрал основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели, сначала отрицательные. Охлаждается, конечно, быстро, приходится возиться, когда жаришь мясо. Антипригарное покрытие так себе. Протирал губкой, в одном месте слезло покрытие. При первом запуске немного дымится и пахнет. Громоздкий. Хлипкая конструкция. Теперь перейдем к положительным. Отличный недорогой гриль. Гриль достойный, нагревается быстро. Продукты жарятся даже быстрее, чем указано на крышке. Просторный, емкий. Корочку на курице зарумянил за 8-10 минут. Панели легкие, покрыто, аккуратно снимаются и ставятся легко. Если вы остановили выбор на этой модели, то переходите в описание, там вас ждут ссылки на лучшие цены и актуальное наличие. Делитесь впечатлениями в комментариях и не забудьте поставить лайк. Напоминаю, чтобы получать уведомления о выходе роликов, нужно подписаться на канал и включить колокольчик. До скорой встречи, делайте правильный выбор.